Сегодня проезд бесплатный у нас. Проезд сегодня бесплатный, так что едьте с настроением. Хорошего дня вам. В одном из трамваев по пятому маршруту проезд сегодня бесплатный. Такой подарок жителям областной столицы совместно с ТТУ решил преподнести блогер Александр. В рамках акции «Добрый маршрут» мужчина принял решение оплачивать поездки пассажирам пятого трамвая целый день. Делайте больше добра, я думаю, это все возвращается, как бы, и приносите людям радость, и будет все хорошо. Это очень неожиданно, если честно. Приятно, и с утра так настроение поднимает. Кроме бесплатного проезда, блогеры и его друзья раздают сладости для поднятия настроения, а также антисептики для рук и маски, если кто-то забыл взять их в дорогу. За соблюдением социальной дистанции во время рейсов организован контроль. Чтобы сделать нашим пассажирам немножко приятно, группа инициативных людей предложила нам сделать такую своеобразную акцию, чтобы трамвайчик ездил по пятому маршруту, и все пассажиры в нем ехали бесплатно. Мы на эту акцию согласились, вот организовали, и сегодня трамвай выезжает в рейс. Милости просим всех пассажиров. К слову, акция не новая. Ранее подобное решение принял коллега Александра из Краснодара. В городе также весь день курсировал бесплатный маршрут. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин, «События».